Ежегодная поездка, которая начиналась, как обычно, 1 января, в этом году, так скажем, по техническим причинам, была отложена на 4 число, и выбор был сделан в сторону города Нижний Тагил. По пути, естественно, заехали в Невьянск, заскочили на пару дней на горнолыжку, на гору Белая, и посетили скальные станции «Семь братьев». Меня. Пять килограммов. О, достаточно. Сто пятьдесят. Сейчас. Дальше, наверное, нету смысла пробовать. Но да? Мы не заедем туда точно, даже на пустой. Даже на пустой. Осталось километр до скальных останцев. Семь братьев. Идем. Альпинисты, наверное. Один, наверное, прошли.
одевайся, ну, дочь. Вот, Кать, мама где у нас? Вот если наверх залезть, будет красиво.